Небяспечная психотропная рэчыва конфискована у жыхара Новогрудка. У дежурную службу РАУС поступило поведомление, что мясцовый жыхар находится у стане наркотичного опьянения и потребует допомоги. Мужчина был доставлены у медицинскую установу. Одночасово по месту его жыхарства был проведен огляд, подчас якого знойдены белый порошок. Судово-химичная экспертиза установила, что это особливо небяспечная психотропная рэчыва альфа-ПВП. В рамках проведения проверки по данному факту Управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области назначена судебная химическая экспертиза. На исследование поступило изъятое в ходе осмотра места жительства молодого человека порошкообразное вещество. В результате проведения срочной судебной экспертизы с использованием аналитического оборудования установлено, что предоставленное исследованию вещество является особо опасным психотропным веществом, неиспользуемым в медицинских целях, альфа-ПВП. Новогрудским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.